Шарлотта Генсбур, только что представшая перед зрителями в образе нимфоманки, подтвердила свое участие в новом драматическом фильме режиссера Вима Вендерса «Все будет хорошо». Об этом сообщает одно из самых авторитетных изданий в индустрии – The Hollywood Reporter. Съемки будут проходить в Монреале, и фильм выйдет в формате 3D. Дата премьеры картины назначена на 11 декабря 2014 года. Главную роль в драме «Все будет хорошо» исполняет Джеймс Франко. Актер сыграет писателя по имени Томас, который волей случая становится убийцей ребенка. Фильм будет снят по сценарию норвежского писателя Бьорна Олафа Йоханнесена. Что ж, воплощать в себе литературных персонажей для актрисы не впервой. Генсбур уже играла в фильмах, поставленных по мотивам романов Шарлотты Бронте и Виктора Гюго. А совсем недавно дочь знаменитого Сержа Генсбура вновь появилась в картине Ларса фон Триера, музой которого, судя по всему, Шарлотта стала надолго. В общем, любителям хорошего кино есть чему порадоваться. Вим Вендерс, Шарлотта Генсбур. Да, все и в самом деле будет хорошо. Редактор